Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3, и у нас миссия трехглавый змей. Давайте смотрим. Доброе утро, 47-й. Наш заказчик раскрыл личность таинственного клиента. Это Лукас Грей, бывший наемник и телохранитель. Его прошлое окутано тайной, но наши аналитики все раскопают. Не Саша Грей? Нет. Мы тем временем тоже добились успеха, сопоставив хронику нападений боевиков с международными грузовыми маршрутами. Мы узнали, как Грей и его солдаты незаметно перемещаются по всему миру. Они используют бытовую сеть картеля Дель Гадо, крупнейшего поставщика наркотиков из Колумбии. Грей явно заключил сделку с Дель Гадо. Таким образом, ударив по картелю, мы резко ограничим возможности боевиков. Для этого нам придется убить трехглавого дракона. Социопата Рико Дель Даго, возглавляющего картель, и двух его ближайших заместителей, мастерицу пиара Андреа Мартенес и генерального химика Хорхе Фринко. Искусство, используя свою харизму и коварство, Рико Дель Даго проворачивает миллионы долларов. Говорят, этот жестокий, вспыльчивый глава картеля твердо намерен стать величайшим наркобароном мира. Для этого Мартинес, подруга детства Дельгадо, подкупает руководителей стран и чиновников, расширяя логическую сеть Дельгадо. А гениальный затворник и социофоб Франко работает над новым формулой суперкокаина. Итак, три крупные цели на вражеской территории. Так, ну что, готовься, не буду мешать. Опять устроим мясницкий замес, там опять в мясо всех перемерим, наверное. Так, что у меня дается-то? Ну ладно, пистолет есть, монетка, удавка. Уже лучше. Будем стараться, подруга. Хрен тебе, а не выжить. Блин, ладно. Так, та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-там. Новые сюжетные задания открываются после бесед с определенными неигровыми персонажами. Мыслите стратегически. Подумайте, как наилучшим образом использовать альтернативные начальные точки. Вы еще можете держать в руках чемодан, когда карабкаетесь по трубе. Ну, это тоже замечательно. Добро пожаловать в Колумбию, 47-й. Отдельная деревня Сан-Фортуна затеряна в непроходимых джунглях Колумбии. Деревня и ее окрестности принадлежат безжалостному картелю Дель Гадо. Санта-Фортуна и закрытая база картеля находятся под очень серьезной охраной. Улицы патрулируют вооруженные отряды, готовые жестоко наказать любого, кто слушается приказа. Говорят, что под землей есть тайная сеть пещер между деревней, базой картеля и замаскированными плантациями коки. Ой, господи, еще больше земля будет. Появление в деревне всех трех руководителей картеля — событие крайне редкое. Готовься к тому, что все цели будут под защитой матерых головорезов с автоматами. О, кстати, так бегать придется, блин. Рико Дель Гадо живет в надежно охраняемом особняке на окраине деревни. Андреа Мартинес обычно сидит в офисе, который находится в деревне, или гуляет по улицам Санта-Фортуны. Хорхе Франко разрабатывает новый наркотик в своей полевой лаборатории. Итак, удачной охоты. Так, первым делом сохранится, чтобы не слушать там... Ага, так, надо собрать как можно больше тут. Пойдем. Так. Перед тем, как взять автомобильный аккумулятор. Так, а мне что надо? Так, подождите. И Why me? Why me? Why me?
И оп. Давай. Избавиться. Хотя там можно было сделать теракт, конечно, но для этого нужна отвертка. Блин, она увидит, нет? А, во, куда можно? Подожди. Итак, мало ли кто здесь будет и чем будут заниматься. Пакостить надо сейчас. Так, здесь у нас что? Аккумулятор. И куда мы его можем деть? Так, отвертка. Мне нужна отвертка. Так, подождите, надо поменять. Иди быстрее. Хоп. Избавляемся. Что тут есть? Монетка. Так. Блин. Подожди. Шею не надо ломать так быстро. Оказывается, это слишком громко. Тащим, тащим. Избавляемся. Что у нас здесь есть? Яду возьмем. Так, а как тебя отвлечь-то? О. Кто заметил? Блин. Нет. Блин, тогда этот сок туда кинем. В другую сторону. На. Преступление. Заметь. Все-то ты замечаешь. Итак. Здесь мы очистили. Теперь надо как-то, чтобы эта баба не смотрела сюда. Ага, у меня нету, да? Отвертки нет.
Подождите. Видеокамера. Как мне к тебе попасть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут есть? Черт побери! Эй, чувак, что такое? Сядь, расслабься. Весельно само все исправить. Сомневаюсь, чувак. Я незаметно возил этот сувенир с кокаином по всему свету. Его надо было доставить члену по имени Франко. Но он разбился. Я должен отдать целый сувенир чуваку. У входа в пещеру, которая за аптекой. Но сувенир кирдык. Облом, чувак, может получится склеить. Так, пеший турист, контрабандист наркотиков скоро встретится с Франко, но сначала он должен приготовить образец. Итак, наркодилер из Сапиенцы решил опробовать новый способ контрабанды фирменного кокаина в Европу, выпекая субстанцию в сувениры, покрытые особым составом, мешающим выявить кокаин. Он путешествовал по миру, проверяя новый метод, однако он случайно разбил статую по прибытии и должен склеить ее перед встречей с Франко. Не знаю. Боюсь, что клей испортит вкус. У этого Франко чуйка как... Только не на запах, а на вкус, понимаешь? Да, чувак, дело дрянь. Но я бы все равно попробовал склеить. Так, ладно. Попробовал бы склеить. Так. Она у него в доме. Правильно? Ну а что еще? Так, а чтобы мне попасть в дом, мне надо монтажку найти. Что здесь есть? Так. Это что? Требования при заселении. Перечень письма жестких требований, выдвинутых Хорке Франко, владельцу хостела при заселении. Франко запросил целый ряд условий для своего гостя, который, судя по всему, тоже проживает в хостеле. Владелец должен зарегистрировать номер класса люкс над парадным залом, доставить туда много корзин с фруктами и печеньем, а также бонг, судя по журналу, бронирование, деловой партнер Франко заселится в номер. Так, Хорхе Франко. А я как, могу представиться Хорхе Франко? Ну давай. Si. Hola. How can I help you? Чем я могу помочь? Так.
Кто еще должен прийти сюда? Так, подождите. Хоп. Тащим. Да бери ее. И тащи. Так, что у нас здесь имеется? Так. Так, что ты, крысиный яд? Отравил. Так. А, мне же его надо задушить еще. Хоп. Берем. Так, переодеваться нет? Переодеваться нет. Спрячем пока. А, ведутся поиски, да? Подожди. Нет. Нам травить это не надо. Все. Пока нам это не надо. Или что, или он должен был все-таки по-другому как-то сделать. Найдите клей. Где я клей-то найду? Ладно, пойдем искать. Нам еще много чего надо найти. Что, тут ничего нету. Да я пошел уже, ухожу. Я думал, ты дохлый. Так. Тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Блин, блинский. Давай-ка вот так.
Хоп! Спрятали. Так. Чё ты вот там сидишь? Так. Подожди. Тихо, тихо. Ну-ка, давай-ка. Сначала в окошечко тебя. Так, вроде никто, да, не заметил. А как бы мне тебя... Ладно, давай наверх. Ты наверху же был, что-то делал. Все, можно пока отсюда выйти вниз, посмотреть, что там творится. Пока тут несчастный случай будет организовываться. Что у нас здесь? Рыбаки. Найти клей. Отпилить чем? Отпилить нечем. Что тут есть? Понятненько. Кругом обошли. Да я просто посмотрел. Где шило? Вы запарили? Так.
Давай, ломай шею отдельно. Да подожди, ключик. Открываем, смотрим, что здесь. Это что такое? Колумбия. Каменное сердце. Рико Дельгадо будет присутствовать при открытии статуи на городской площади. Звучит многообещающе. Итак, Рико Дельгадо решил выпендриться и приказал украсить главную площадь статуей себя любимого. Дельгадо посетит сегодняшнюю церемонию открытия, где выступят местные музыканты. Посмотрите, что там и как. 47-й это уникальная возможность перехватить Дельгадо за пределами особняка. Что-то... Вот. Блин, это нож. А я ножом могу делать дырки в бочках? Это что такое? Замаскироваться? Я даже не знаю, что это такое, но я туда не хочу лезть. Так, не могу. Так. Что у вас такое есть? Ни хрена вам, у вас такого нету ничего. Так. Второй этаж. How may I be of assistance today, senor? Подожди, подожди. Куда можно идти? Сюда? Теперь хоть в двери могу входить. О, отвертка, вот она. Ждите. Куда вы идете? Так, сюда можно идти? Куда еще? Где? Ой, кто-то на гитаре красиво играет. Спуститься. Статуя, статуя. Все, статую нашли. Ой. Теперь смотрим, где пакостить можно. Так. А чё вы меня? Я вам что сделал-то? Можно подумать, я вам что-то сделал такое. Напали на меня.
Не могу я туда пойти. Так. Я туда иду как работник. Могу я туда пройти как работник? Что здесь? Что-то много травы всякой. Наконец-то там нашли тело пока. Блин. Кто там? Скорбит. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, понял. Так, мне надо отвлекающий маневр, у меня вот яблоко есть. Только я вот сюда пройду. Давай, иди. Иди, давай. Так. Избавиться от тела, конечно. Так. Вот у меня еще один костюмчик появился. Ты сбалансировать. Так, найдите 4 пропавших музыкантов. Ну-ка. Дай-ка я тебя вот сюда перетащу. Куда-то я выхожу. Куда-то к воротам. Так, ладно. Все, что можно тут. Идем. Как вот там бабу вот эту?
Так, надо вот этого тоже. Хорхе. Ну. О, как мы погуляли, башка трещит. Это ты еще жив. О, не, я слишком опоздал. Ой, черт, мне пора. Ой, ладно. Кстати, видел Пабло около бара. Что вдруг его ищешь? Смотри под ноги. И че он? Зачем я его разбудил, не знаю. Так. Ну конечно. Нифига. Ну значит, мне не надо взламывать. Как-то другим способом надо открыть эту дверь. Потому что ломик это уже не тот. Так, а ты здесь что делаешь? Не помираешь, нет? Я вроде как... Ну-ка, давай-ка. Мне... Туда как-то надо или что? Ходит с Тамарой парой. А, вот как это действует. Давай. Травим. Чё вы прибежали все? Сколько сразу открыто-то. Нифига. Ладно, оставим его в покое. Пойдем к другому. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Вот так вот. Хотя яд потр... Блин. Ну-ка поговорить. Прошу прощения. А, что? Ой, башка. Твою мать, я что? Проспал, это Марис уже открыла статую или нет? Я ничего не видел. Давай. Надеюсь, я не убил ни одного из них. Так, два. Нет, ни одного не убил. Слышал новости про Монро. Не понял. Эй. Где ты там? Надо, блин, музыкантов этих поднимать.
Что это? А, переодеться самому. Ну, пойдем. А четвертый где? Did you see the poster? Rico Delgado coming down to us dirty villagers to unveil some ridiculous statue. Sure, I was. Давай. And the band were really good, both with the music and the drinks. И с музыкой, и с бухлом. Так. Церемония открытия статуи. Каратель так решил подарить деревне статую, которая на центральной площади так. Ну это мы знаем. Давай. Дрыхнуть где-нибудь, вот и всего. Так, давай. Я хоть хорошо играю-то? И они даже сами не знают, кто там. Здесь скоро появится сеньор Дельгадо. Скорее! Эй, не пытайтесь сбежать, церемония проходит вон там. А еще и силы их туда тащат. Вот тебе и день города. Ну давай посмотрим, чем. Пока идет все как надо, да? Ух ты, баба приходит. Пришла. Смотрим. Это в смысле она себе открыла статую? Давай, жители Сан-Фортуны, святые воистину благословят вас. Сегодня день радости и веселья. Сегодня семья Дельгадо преподнесет вам поистине неповторимый подарок. Сдохнет. Мы здесь, чтобы помогать вам. С этого дня бдительное и заботливое око картеля будет оберегать ваш покой днем и ночью. И продажных властей. Буквально сегодня утром Рико Дельгадо пообещал мне, что готов стать святым покровителем. Пока мы ждем его сошествия, почувствуйте, как ваши сердца наполняются гордостью и благоговением за столь щедрую клятву. Отныне и во веки веков вы находитесь под крылом картеля Дельгадо. Мы будем наставлять вас, защищать вас и заботиться о вас так, будто вы наши родные дети. Ну, какие слова-то красивые. Не ожидал, конечно, от картеля таких прекрасных слов. Ну, смотрим. Дождитесь. Ждем, где он? Он вообще идет? А, может, из-за того, что поиск идет. Так, тот далеко. Да я не понял, а где четвертый-то? Похоже, что сеньор Дельгадо. Так. Дело, видимо, очень важное. Раз он опаздывает на церемонию, которую так долго ждал. Я выясню, из-за чего задержка. Пока можете расходиться. Да почему, блин? Это что, не получилось, что ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. Так. Сюжетное задание. Так, сюжетное задание потеряно, недоступен ключевой персонаж. Entonces, Javier is seeing his boss's daughter. He told me not to tell anybody. So you know, don't tell nobody. Так, это...
Мне надо как-то в особняк проникнуть сейчас, получается. Так, я не могу, хорошо. Пойдем. Я знаю, что я с тобой сделаю. Потеряно, значит. Хорошо. Talking to you, señor. You will end up 6 feet under if you keep acting like a douche. What the hell is that? Hey, you, let go of that neck. Hey, parcero, what you doing? You're gonna have him down! Hey, Fresno! Hear that? Somebody. Yep, got it! What? Подожди, все, ладно, я понял вас. Хрен там, да, не получится. Блин, там труп, что ли, не вовремя нашли? Или что? Че он не пришел-то, козел? Ну, по крайней мере, хоть у вас, наверное, получится тогда. Садовник, да? Ой. Тихо, тихо. Давай сначала усыпляем, ломаем, потом шею, шею обязательно ломаем. Никаких свидетелей. Все, мы теперь не музыканты. Плиту на всякий случай. А случай бывает всякий. Садовника-то вы пропустите. Подождите, кстати, у садовника. Вот сюда унесем. Нету ничего, никакого ключа. Так. Я могу пройти? Запретная зона. Ну извини, извини. Блин. Понятно. Ладно. Тогда я уничтожу одного из вас и переоденусь в одного из вас. Чё, ничего? Блин, а где я переодевался-то? В охранника.
Да помолчи ты. Оля, Оля, Оля. А куда это я бегу? Тут что-то есть. Там уже никого нету, всех вытащили. Ну давай, вот к этой женщине пойдем, так. Ключ отсутствует. Нелегально. Это что такое? Какие-то таблетки. Так, ладно. Подожди. Эх, ни одного ножа не тут. Хрен я там отверткой. О, есть. Кто заметил? Так, чё? Чё тут ещё есть? Так. Эти-то как сидели, так и сидят. Блин, их уже трое там. А, мне нельзя, хорошо. Так, дверь отпереть. Облокотиться. Включить. Хлюп-шлюп. Да ладно, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне... Так. А что такое-то я взял? Не знаю, то ли клей, ядовитый цветок, рвотный. Короче, ты не пойдешь, понятно все с тобой. Ой-ой-ой, подожди, 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 стой. А, ну все правильно. Вот я еще с ножницами с открытыми бегу. Вон туда мне. Конечно, лом. Вау, нет, подожди. Блин, как же я тебя там не заметил-то?
Уходи. Ой-ой-ой-ой, найдено тело. Только застрелил, свежезастреленный. Блин, пытать вас выкашивать, что ли? Цель изолирована. Ну и пусть. Давай, на. Так. Пусть находят. Внизу никого нету. Будем пробиваться сейчас. Сколько можно нахрен? Блин, его пасли. Ладно, не будем его убивать, просто пройдем. Блин, нет, как-то не то. Но ты меня во всех формах хочешь увидеть, блин. Я в чё не переоденусь, ты сразу меня распределяешь, падла. Ладно, смотрим. Ждем. Так, ко мне он не подошел, не знает, да, поди, кто я. Блин, они вот и как вот? У вас столько людей работает. Ты что, вы каждого знаете? Я еще ни одну мишень не убил, нахрен. А мне три надо захреначить. Так, сохранить. Камера, да? Ух ты, хорошо, что я ничего не предпринял. Что, никто не пойдет? Может, вы с ним поговорите? Давай. Что там есть? Wait for
Скорее бы закончить эту стройку. Надоело терпеть ленивых рабочих и святош с их непонятными ритуалами. Рано или поздно все наладится, сеньорита Мартис. Пола, давай-ка спустимся в переговорную. Мне нужно сделать тот звонок. Так. Давай. Так. Мерда. Тихо, 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 тихо. Давай-ка. И вот сюда. Так, сохранить. A dozen families that will be affected. And... Подожди. Martinez is down. Good work. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, шучу, блин, так и... Нет. Вот так. Будем другим путем просто сматываться, да и все. Так. A dozen family, please don't. На. Martinez is down. Выходим. Ой. А мне что? Только назад давай. Мы вот покуда зашли, потуда и выйдем. Скоро найдут тело. Ой, да у меня еще и патронов тьма. Так. Рыбаки. Так, где у меня еще цели? Ну давай, вон ту одну вижу на плантации. Так. Ой, да без проблем. Нет, нифига. Где я там? Если так, вас могут обвинить, если заметят где-то поблизости, ага, с трупом. Ну ладно. Так, можно, правда, и вон потуда. Надо клей, да, найти где-то. Ну это, наверное, в доме надо было искать.
Вали отсюда, дружище, эта территория. Ага, понятно. А, вон они две. Ох ты, подожди, стоп, стоп. Это что такое? Лопата. А я могу туда? Использовать дверной замок. Все, понял, где это я нахожусь. Подожди. От садовников надо держаться подальше. Вот для чего мне нужен был костюм садовника тогда. Тихо. Ну-ка, давай-ка вот сюда тебя. Так. Ну давай. Так, что у нас здесь имеется? Оружие. Такое оружие-то мне и не надо. А, вон они чем баловались. Наркотики. Подожди. Ну-ка. Где у меня это ружье-то? Блин. Вот оно. Все. Так. Мне надо в гор... Ой, подожди. Мне надо в гаражи попасть. А я как-то по-другому сюда попадал раньше. Как-то опа и вот сюда. Тут то ли мины оставлять можно под машину. Так. Травим. Аккумулятор. Я уж не помню, зачем аккумуляторы-то нужны. На. Ты наркоман.
Так, я где-то что-то открыл. А вот где что я открыл? Ой. Может, здесь я что-то открыл? Вот. Открыл. Так, подождите. Давай, иди. Иди, иди. Ты в курсе, что вас уже уничтожают тут? Причем большим количеством. На. Теперь вот этого будем. Смотрите. Ага. Ладно. Так, этим главным под камеру не залезем. Хотя мне эти камеры как-то по боку. Блин. Так. Так. Это не должно быть сложно. Так, это что, можно посмотреть? Ну все, я ушел. Так, куда оно? Блин. Not to mention the fact that Rico still visits him. He usually loses interest in things so quickly. I think it's a travesty the way they've been treating that animal. Well, did you know they fed it dead bodies for a long time and now it won't come out of the toilet? Так, где ты? Так, видели. Нас камеры заметили, ничего страшного. That is Rico Delgado, head of the Delgado drug cartel. Так. Тут как-то все легко и просто должно быть. Так, активировано отвлекающее средство. Чё? Думаешь, чем пахнет? Блин, а ведь только вот куда-то он пошел, хорошо так. Куда вы его тащите? Ладно. Эта дверь куда? Так, ладно, блин. На. No.
I got it. What's that? Okay. Yeah. Подожди. Keep your eyes open. He's here. I know it. Sí, entiendo. Сюда идем. Yeah, see. I haven't found shit yet. I'll let you know. Блин, слишком много, слишком палевно. Что тут есть? Взять фотографию. Так, посмотреть, что такое. Фотография Гектора Дель Даго и Андрея. Так, Андреа Мартинес. Судя по снимку, раньше между ними была любовная связь. Ну, что мне это дает? Блин. Как мне тебя еще отвлечь? Тихо, ты где-то здесь? So, my friend, you wanted to look inside my trophy room, huh? All right. I'll give you the door. Давай куда-нибудь сматывай. Видишь, это симпатичного паренька. Сильный, дерзкий. Ну-ка, смогу? Нет. The only time the police... Да подожди. Rico Delgado has been eliminated. Давай, уходим. Это, наверное, было слишком нагло. Так, теперь мне надо на плантации попасть. Давай, ты сюда, я туда. Вот теперь у меня. Так, ладно. Не знаю, у меня с ними хорошие отношения или нет. Нормально пропустили. Так, идем. Здесь-то я его пристрелю. Плантации коки. Взять мачете. Ой, хотелось порубать бы всех. Раньше рубал. Да. Что здесь есть? Вот отвертка. Давай вот пакостим.
Мне надо, правда, подождите, изменить. Вот так. Утаскивай его. Вот сюда. Так. Я не могу запретить тебя маскироваться, да? Почему-то. А что-то могу взять, подождите, что-то у тебя упало. Ключи. Взять чертежи. Это что такое чертежи машины по переработке кокаина? Похоже, картель хочет автоматически перерабатывать все это. Совсем охренели. Ага. Так, ладно. Ой, как вас много там. Что, старый пердун, что ли? Это Хорхе, ведущий химик картеля. Василито. На. Подожди. Давай. Следующий. Сказал заведующий. Ну ты идешь? Фиксим, фиксим. И пойдем, пойдем. Так, ладно, мне, я вижу, мачете мешает. Вот оно. Все? Блин, еще один. Давай. Выходи, подлый трус. С какой стороны пойдешь? Итак, смотрим, что у тебя тут. Все окей. Так, осмотреть, и чё? Осмотрел.
Замета Франка о наркотиках. Так. Мне куда-то сюда, да? Ты куда бежишь? Подожди. Давай уходим. Блин, подождите, загрузить. Ой, что-то долго грузить-то мне придется. Ладно, он сейчас сюда придет. Так. А мы пока подготовим. All targets neutralized. Уходим. Excellent work, 47. Now head for an exit. Да тихо ты. Вау, я на вертолете полечу. Давай. На вертолете. Вот такая вот миссия, да? Блин. Почти получилось, блин, как Хитман его уничтожить первого. Ну, неприкасаемые. Ладно, давайте посмотрим. Сурей, Англия. Неприкасаемые, кстати, в Индии есть такая. Итоги операции. Задание в Колумбии выполнено. Тактические цели устранены. Транспортная сеть. Ополчение уничтожено. Местонахождение главной цели неизвестно. Команда прорабатывает несколько зацепок. Конец сообщения. Зашифровать и отправить. Ну? Будешь говорить? Че стоишь молча? Давай. Один стоял у стены плача, другой стоял у стены молча. Ой, ребенок, господи. Я не такой сильный, как ты. Они заплатят за содеянное. Это нужно прекратить. Тебе нужно остановиться. Если мой источник не врет, мы докажем, что совет знал об утечке химикатов. У нас будет повод для пересмотра дела. Это ничего не изменит. Они очень влиятельные. Нэнси, это не дьявол, это просто фирма. Перед законом все равны. Речь не только о Джеймсе. Эти ублюдки убили 80 человек. И им все сошло с рук. Просто вдумайся в это. Неприкосновенных нет. Да я еще раз говорю, есть. Неприкосновенных нет. В Индии.
каста такая, неприкосновенная. Им поручают самую тяжелую работу, с ними даже не ручкаются. Диана! Иду! А, неприкасаемые там. Вот так вот. Господи, господи. Мам? Пап? Да. В таком бизнесе детей иметь не надо, если состоишь. Дети это цветы жизни. Потом получаются какие-нибудь колумбианы из них. Так, ребенок, ну там, мать, отец, оба 42-го, 45-го года. Йоханнесбург, Южная Африка. Вообще-то Йоханнесбург, вообще как-то на Швейцарию больше похоже. Или Германию какую-нибудь там. Мы нашли то, что искали. Уходим. Ага. Бомба. К пузу. Замечательно. Почему думают, что боли не чувствуют? Я уверен, чувствуют еще. Еще как. Просто он сказать об этом не может. Так, ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И да, что хочу сказать. Когда хотите, если пройти как Хитман, попробуйте. Попробуйте нарядиться, ну сразу разбудитесь музыкантов, нарядиться в музыканта. Подкрутить эти болты, никого не убивая. Это потому что туда это... тут никого не убивая, они сами все сделают. Там у меня, видимо, труп не помог. Переоденетесь, когда в этого... Кто он там? Дебил-то этот. Садовника. Костюм вы знаете, где брать. Клей, скорее всего, находится дома. Наркоту отравляете, склеиваете, приходите, спокойно там его гасите. И в этом же костюме уже идете, так сказать, к третьему. Ну что ж, на этом все. Смотрите, играйте, пробуйте в разные варианты. Увидимся в следующем видео. Пока!